Всем привет, друзья, подписчики и гости этого канала. Кстати, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, так как на канале есть очень много интересного и полезного видео по этой интересной и любимой нашей игре. С вами по-прежнему Аракис, и не зря я действительно зациклил это видео на башне испытаний, то есть то осталось, кстати, 13 дней до обновления, так что не теряйте вашего времени. Но, с другой стороны, у вас еще есть много времени для того, чтобы усилить ваши руны, поменять какие-то комплекты и повысить свой уровень. Да, это видео, конечно же, будет посвящено рандомному гайду, но сейчас я вам немножко расскажу о своей радости. Сегодня на работе поклацал немножко башню, то есть я дошел до 91 этажа, и 2 месяца назад, то есть точно такой же был расклад, на 91 этаже я не мог пройти вот этого Антареса, так как его пассивка, вы знаете, очень бесит. Она в любой момент прокнет и убивает чуть бы там не фулл бати, если прокает со второго скилла. Да, дамаги у него очень много, так как 70 левел, хард, вы понимаете. Вот такой пачкой я не прошел, то есть я сюда вставил просто Тессариона, да, то есть он заблокировал пассивку, мне повезло с первого раза, и я прошел этот этаж. Наверное, задаетесь вопросом, почему 2 месяца назад я этого не сделал. 2 месяца назад я это попробовал раз 10, у меня не получилось. Видимо, нужно было еще раз 10 попробовать, и у меня бы получилось. А сейчас с первого раза прокнуло, то есть я прошел 92 этаж, то есть прошел 93 этаж без проблем. 94 также не оказался проблемным. 95 немножко стал проблемным, здесь у меня убили пингвина в конце, но опять же я выиграл, поэтому это... Наверное, не стоит обсуждать, здесь также было без проблем. С Зайросом тоже самое, красота. Здесь я не помню, какая-то у меня была запара на этаже. А вот здесь действительно стал такой вот притык. Я думал, как же пройти этот этаж, так как вы знаете, в конце Лео равняет под себя скорость, то есть нужно его как-то обгонять. И самое главное, что первым походит он. И если у вас есть такой персонаж, как Вучи, вы будете использовать пингвина вместе, то если походит, к примеру, этот Лео, он должен походить по какому-то такому персонажу вашему, советую, который выдержит. Вот у меня есть Верат, поэтому здесь действительно приходится как прямая контра. Единственное, что, конечно же, я вместо Химоса, для того, чтобы его не убили и не делать 10 там возможных заходов и тому подобное, я, конечно же, взял Спектру. Спектра здесь оказалась просто нереально полезной. Вы видите, у меня очень убогая Спектра. Всего лишь плюс 96 скорости. Это действительно убогая Спектра, потому что наряжена она лишь бы во что. Вот посмотрите, это просто действительно хлам, который, наверное, есть у большинства. То есть и не нужно здесь какой-то там... Офигеть, какого смысла искать. Просто Спектру взял для того, чтобы понижать атак бар и закинуть массовое замедление. Это, конечно же. То есть у меня повезло с первого раза, но знаете, как у меня все это в конце закончилось? Так, что остался у меня один ведро против Лео. Но на Лео висело 4 дота, которые его просто заживали. Поэтому дела прошли легко. И, ну как легко, да, остался один ведро, который просто... зарешал всю башню. Вот такие дела, да. И сейчас я перешел на сотку. Честно, я ее еще даже не пробовал. Вот этим пати, конечно же, я не пройду, так как босс хилится. Мне нужен какой-то запрет на хил. И здесь не просто легкая версия. На харде он хилится, насколько я помню, по 1002, даже 2500. То есть это много с каждого вашего удара. Ну, приблизительно так. То есть я не буду подсчитывать. То есть здесь, как вариант, мне можно поставить... Допустим, наверное, будет Калин. Но опять же, скорее всего, буду я проходить это на стриме, который пройдет в воскресенье. Да. Поэтому, если вы хотите, чтобы это все произошло на стриме, то есть первый мой хард, я ни разу не поднимался выше 93 этажа. В прошлом месяце я остановился на 93. На 93 была вот такая вот подобная пачка, вы знаете, и было пройти тяжело. По-моему, вот эта же пачка была просто на 93, я не помню. И я ее не осилил, да, то есть несколько раз я попробовал и сдох. Да, то есть на следующий месяц не факт, что я опять же пройду. Но хотя вот теперь я понял, как проходить этого Лео. Ну, как понял, то есть я подогнал руны так, чтобы все это пройти, и надеюсь, что пройду сотку. Не факт, но хотелось бы, знаете, еще одну легу получить. Свитки, вы знаете, я открывать не буду. Свитки я коплю на 16 апреля. И все, кто хотел бы со мной открыть свитки на 16 апреля, обращайтесь. То есть от 35 призывов все будет красиво, да. То есть я могу говорить с вами в скайпе параллельно, могу и не говорить. Там уже будет зависеть от вас, от вашего желания. То есть могу просто зайти на ваш аккаунт и в прямом эфире на стриме начать открывать ваши свитки. Да, пока грузится, я тут много чего говорю. Да, прогружается. И сейчас мы перейдем к рандомному гайду. Извините, что
своей радостью поделился вначале, но думаю, это тоже будет кому-то да интересно. Давайте, во-первых, выберем, на кого сегодня будет рандомный гайд. Монстров по-прежнему 81. Итак, 40. Была ли у меня цифра 40? Да, цифра 40 была. И, кстати, народ, если, я думаю... Ну как, я думаю, вы против точно не будете. Я веду к тому, что я постараюсь как-то сделать это так, чтобы, я думаю, это добавит немножко толку к этому вот в этого стикеру. То есть я напишу, к примеру, 1, да, то есть это и тире, какой это был монстр, 5, какой монстр, 8 и так далее. То есть я это постараюсь как-то оформить, да, оно будет какими-то маленькими буквами, но извиняюсь, если присмотреться, либо расширить там экранчик, сделать скриншот, вы поймете для себя. То есть для чего я это сделаю? Для того, чтобы можно было даже по вот этому стикеру понять, на каких монстров я уже делал гайд. Хотя, если вам не тяжело, вы можете даже и цифры подставить. Но все-таки, там, написав имя монстра, я думаю, все-таки будет проще. Я пока не знаю, как я это четко оформлю, для того, чтобы это было и смотрибельно, и не мешало взгляду, и вообще, чтобы я это мог делать там чуть бы не в тот момент, когда записываю видео. Это еще пока в процессе. Но я думаю, это будет все-таки полезно и более удобно. Да, на работе иногда и хорошие мысли приходят. Итак, 40 не катит нам. 15. И на 15 был гайд. 13. И на 13 был 65. А вот на 65 у нас гайда не было, вы видите. Теперь придется по раз 10 клацать, чтобы получить на кого-то гайд. Итак, 60... 5. Переходим к игре. Закрываем наш браузер. Ну, закройся. 65. Итак, вот мы и перешли, ну, к любимейшим моим монстрам. Ну, как минимум, 2 из этих монстров у меня есть, и я их считаю просто имбовыми. Да и все валькирии мне на самом деле нравятся. Да, это будут сегодня у нас валькирии. Валькирии, классные персонажи, как и прорисовка, так и все. И да, не устану показывать вам подарок своей жены. Да, хотя мы перейдем к ней немножко позже, но я уже покажу. Да, вот у меня валькирия, вы видите, да, как совпало. То есть у меня валькирия, есть статуэтка этой валькирии, да. Она сделана из какой-то там полимерной глины, надеюсь, я правильно это все выговорил. Да, вот такая вот валькирия. Это, наверное, лучший и самый запоминающийся подарок в моей жизни. Да, я до сих пор рад. Вот, и перейдем вообще к гайду. Естественно, это первородки. Что такое первородка? Это изначально пятизвездочный монстр. Да, я не устаю это повторять, потому что многие все-таки задают вопросы, и я на них должен отвечать, хотя бы в видео для кого-то это будет полезно. По поводу статов. Статы, вы видите, действительно более-менее сбалансированы, хотя и помощь, но присутствует. И немало защиты, немало атаки, как для саппорта, да. Здоровье, ну, такой средний, назовем, уровень. Есть саппорты и по 12 тысяч хп по скорости. Вот чистый средняк. 101 скорость, это да, именно и ее. Итак, перейдем к скиллам. Меч обета. Атака мечом, печать огня автоматически активирована при гибели врага. Вот согласитесь, описание реально, ну, такое, что хрен поймешь. Если вы не знаете вообще, как работает валька, то для вас это, скорее всего, будет какой-то новостью, либо там расшифровкой вот этого вот китайского языка. Блин, дали бы мне какую-то вот, я не знаю, возможность перевести скиллы, я бы их постарался перевести на свой лад, я бы взял бы в команду человек 10, мы бы с ними обмозговали бы это все дело и все красиво сделали. Но кто мне даст эту возможность? Правильно, никто. Потому что я убогий. Гинуб. Итак, меч обета. В общем, что делает этот скилл? Вкратце, никаких дебафов он не наносит, то есть это простая, чистая атака, назовем так. Не чистый урон, а просто атака без каких-то дебафов. Но в чем ее плюс? Когда вы атакуете и убиваете, что самое главное, действительно убиваете этим скиллом, также это, заметьте, работает через контратаку. Если Ванесса контратакует и убивает через этот скилл, также это работает вместе с такими персонажами, типа Рока, который берет в пати вторым скиллом и подобными персонажами. Если вы убиваете этим скиллом вместе даже с Роком, то активируется второй скилл — печать огня. Вот второй скилл немного поинтереснее, то есть наносит урон пропорциональный максимальному здоровью врага и уменьшает скорость атаки на 2 хода. То есть урон у вальки, если она одета в ТД, по рунам мы поговорим там попозже, потому что вариантов действительно немало на этого персонажа, но все-таки его 8 из 10 одевают
Ладно, перейдем позже. Об этом чуть позже. О втором скилле. Скилл бьет достаточно больно, даже если у вас Валька одета, ну, чуть бы не фулл саппорта. Если у нее там атаки плюс там 400 плюс 500, все равно она им бьет. Я не говорю там на 50 тысяч, на 60, нет. Такого дамаги ваша Ванесса не выдаст. Но опять же, смотря по какому монстру бьет. По поводу данжей там и всего, комментарии типа, ой, Ванесса там бьет дракона на 50 тысяч. Я все это прекрасно знаю, да. То есть, поэтому я и описываю этот скилл. Пропорциональный максимум. Максимальному здоровью врага, то есть эффективен этот скилл, конечно же, будет против всяких толстых саппортов, танков, против персонажей типа Арнольда, Бриана и тому подобным персонажам, даже против той же Хлои. И что скажу, раскол накидывается действительно по дефолту со 100% шансом, со 100% вероятностью. Но тут уже будет рассчитываться скорость, точность вашей Ванессы и резиста того персонажа, на которого вы накидываете. К примеру, у вашей Ванессы 50 точности, у персонажа 50 резиста. У вас всего лишь будет около 15% шанса того, что вы накинете этот раскол. Да, вот 15% вы знаете, что есть на то, чтобы вы закинули какой-то дебаф, и 15% абсолютных, какие абсолютных при атаке, есть на то, что вы отрезистите. Неважно, какой у вас там будет резист, в противоположность тому, сколько будет точности у атакующего вас персонажа. Я думаю, это замудренно я высказал, но я высказал это действительно правильно, как работает механика этой игры. Если вы где-то что-то недопоняли, правильный будет совет сказать вам, перемотайте и прослушайте еще раз. Чем еще примечателен этот скилл в сочетании с первым? Если вы убиваете мечом обеда, то есть первым скиллом, активируется тут же второй скилл рандомно на какого-то из монстров, который остался в живых, то есть на одного из ваших врагов. Реально может ударить там хрен поймешь какого персонажа. Но если персонажей осталось двое, вы убиваете одного, логично, что она ударит того, кто остался в живых. И что самое главное, второй скилл не уходит в откат, если он активировался через первый скилл. Это тоже на самом деле классно, потому что вы можете убить одного персонажа, ударить, допустим, второго персонажа этим скиллом, на него накинуть раскол. Раскол, кстати, на два хода, заметьте, это тоже неплохо. И что самое главное, если в живых еще остался там третий, четвертый персонаж, пятый, ну, вы понимаете, о чем я. То есть вы можете еще какого-то персонажа ударить этим скиллом, к примеру, да, там, и нанести там ему еще, допустим, какую-то дамагу и также раскол на него повесить. Это очень и очень классно работает. Скиллы, вот сочетание этих скиллов на самом деле классно. Особенно вот с теми костюмами, которые новые ввели. Ну, я думаю, многие их уже увидели, так как 1 апреля. Я не знаю, когда закончится эта акция. Возможно, она на сутки, возможно, продлят ее немножко, фиг его знает, как это будет, но анимация классная, действительно классная, особенно первого скилла, теперь она бьет как будто в раза три быстрее, то есть молниеносно так прям к цели приближается. Итак, и третий скилл, конечно же, из-за чего не в большей части ценится Ванесса, а вот, ну, это как приятный действительно и хороший бонус. Воскрешает погибшего союзника и дарует 30% здоровья, его здоровья, не здоровья Ванессы и так далее. То есть Ванесса при этом не теряет никакого здоровья, потому что, я думаю, это оговорить тоже будет важно. Те, кто не знает, как работает этот скилл и не видел его в действии, я думаю, для тех будет полезна эта информация. То есть 30% от здоровья того персонажа, который воскресился. Плюс восстанавливает здоровье на 15% в течение следующих двух ходов. То есть вешается баф крест, то есть синий крестик. Классно, да, я пытаюсь обрисовать синий крест, который будет еще отхиливать персонажа в течение двух ходов, то есть в сумме на 30%. И если этого персонажа никто там, к примеру, не бьет, ну, неважно, бьет, не бьет, если этот крест не снимут, да, а этот крест снять можно, то есть персонаж отхилится еще за два хода на 30%. На самом деле это неплохо. 60% отхилить, да, классно. Кстати, откат навыков с 8 падает до 6. И когда Валька в Виоленте, это на самом деле очень классно. А Вальку, ну, я бы советовал в любом случае одевать Виолент. В любом случае. Потому что полезно походить вторым скиллом почаще, потому что откат падает до 3 ходов, плюс через Виолент, убийство через первый скилл. Вы действительно этим вторым скиллом можете ходить там чуть бы не по 20 раз в бою. Но опять же, это не ДДшный персонаж. Он
больше все-таки саппортящий. Плюс тот персонаж, который дает офигеннейшую лидерку в игре, потому что я не устаю повторять о том, что скорость в этой игре решает абсолютно все. Ну и, конечно же, руны, которые добавляют и усиливают эту скорость, плюс тотем и все такое прочее. То есть вы понимаете, чем больше скорости у всех ваших персонажей, тем лучше. Но это не означает, что нужно на каких-то там, я не знаю, на вашем этапе там 3-4 месяцев игры у вас появился Люшен 40 уровень, то есть ему нужно во второй слот ставить скорость. Нет, это не то совсем. То есть когда вы уже переходите в лейт, там, конечно же, чем больше скорости у всех ваших персонажей, тем лучше вам в башне, на арене и тому подобному. Итак, что? Итак, что еще хочу сказать о лидерке. Эта лидерка есть подобная лидерка, которая дает вот 33% скорости атаки. Действительно, работает она только на арене. Но это было бы, наверное, имбово, если бы она работала везде. Действительно имбово. Вот, лидерки на 33%, которая работала бы везде, нет ни у кого в этой игре. Это тоже для многих будет, возможно, открытием. Так, у кого еще есть эта лидерка? Есть лидерка у сестры Ванессы, то есть у темного персонажа Тринити, насколько я ее помню, но мы к ней еще перейдем. И есть еще у нового персонажа, как его там, король феи или что-то такое. Ну, вы знаете, я его называю феем педерастом. То есть у водяного представителя точно такая же лидерка. То есть теперь три персонажа в игре, которые могут раздать вот такую лидерку на все пати. Это на самом деле классно. По персонажу и по рунам. По рунам в большинстве случаев ее одевают... зачастую ее одевают Виолент плюс какой-то сет на резист, то есть плюс 20 резиста, чтобы меньше там дебафы проходили и тому подобное, либо плюс какой-то там Немезис тоже сет месть, по-моему, называется. За счет потери хп вы чаще будете ходить, тоже неплохо заезжает, либо там энерджи какой-то, либо даже блейд иногда одевают. То есть второй сет, по сути дела, почти не важен. Ну, наверное, фокус будет самым бредовым вариантом, если вы оденете, хотя, опять же, зависит от ваших там статов и допов, потому что второй сет действительно почти нереально. Его можно даже разбить и одеть какие-то там левые руны, то есть с двух других разных комплектов. Тут уже смотрите на усмотрение ваше личное. Какие бюджетные руны? Это, конечно же, 3 сета Energy. То есть ваша Ванесса должна жить для того, чтобы как можно больше вносить полезности, да, то есть если вы ее выбили там на этапе вашего 20 уровня, либо одеть есть такой комплект, как скорость, то есть Swift плюс Energy, к примеру, опять же, но как можно больше здоровья делать. Многие игроки делают ей 100% резиста, либо близко к этому резисту. Почему? Чтобы на нее не проходили какие-то дебафы, ее не могли застанить, ну, не то, что не могли, то есть абсолютного резиста вы здесь не получите, но все-таки снизить этот шанс без полезности вашей Ванессы, назовем так, то есть она должна ходить, она должна воскрешать, она должна пить первым и особенно вторым скиллом, для того, чтобы раскол накидывать и давать своей пати возможность выиграть. На арене она используется, конечно же, что в атаке, что в защите. В атаке лично я ее использую, да, она у меня есть, получил я ее в одном из своих видео вызовов, получил я сразу две первородки, и Ванесса была одной из них. Да, если вы не смотрели, можете посмотреть это видео, поискав у меня на канале, то есть... У меня все по полочкам расставлено. Не забывайте, что у меня все расставлено по плейлистам. То есть не нужно искать там в чем-то, не нужно искать гайд, я не знаю, в какой-то битве гильдии. То есть это все логично. Действительно, все расставлено по полочке, и не поленитесь, прежде чем задавать мне какой-то вопрос в личку, вы можете получить его, опять же, с моих уст, только посмотрев видео. То есть не задалбывайте человека, который находится на работе, тем, что вам тупо лень. На вашу лень я буду отвечать также ленью. Если у вас вопрос действительно стоящий, на которого, ну, возможно, даже и есть ответ на моем канале, но он не банальный, типа, а расскажи мне, пожалуйста, что одеть на Ванессу. А я 5 минут назад или 2 дня назад выложил видео с Ванессой и всеми персонажами ее семейства. Ну, согласитесь, это бред. Вот, поэтому смотрите и развивайтесь. Что еще расскажу по поводу того, как одел бы ее я. Вот сейчас она у меня одета в Виолент по поводу допов. Она у меня одета в скорость, ХП и ХП, насколько я помню. Я ее, знаете, как думаю переодеть, если у меня появятся хорошие руны, но это уже действительно, когда у вас хорошие руны появятся, потому что сделать с нее ДД в таких средненьких рунах, у которой будет 1015 ХП у вашей Ванессы, ее будут просто разносить и все. Вряд ли она выдаст вам какой-то полезности. Да, она может ударить 2-3 раза сильнее, ну и все. На самом деле, в чем ее полезность, это в том, что она долго должна жить и воскрешать своих союзников, своего там ДД и тому подобное. То есть все-таки вы с нее
не делайте абсолютного ДД, и те, кто делают абсолютного ДД, наверное, либо вы находитесь на этапе трех рубинов и чуть бы там не первое место держите, либо вы, ну, определенный еще новичок в игре, да. Третьего действительно не дано. С нее можно сделать полусаппорта, полудедек и одеть ей, допустим, такие руны типа скорость, критикал дамага и поставить, допустим, либо атаку, либо хп, смотря сколько у вас в сумме вышло атаки, критикал дамаги, крит шанса. Ну и действительно, ей много нужно тогда будет крит шанса под 70 и крит дамаги под 150 нужно будет сделать. При этом здоровье у нее должно быть, ну, не меньше 25 тысяч, потому что ее также быстро убьют. Так еще и желательно, чтобы резиста было под чуть бы не сотню. То есть вы понимаете, добиться всего этого, это как хве, наверное, сделать все это очень тяжело. Поэтому во всяких нубовских рунах даже не пытайтесь этого сделать, у вас не получится. У вас получится ни рыба, ни мясо, что-то такое. Итак, по поводу девилмонов, я думаю, тут очевидно, это лишь ваша заморочка, стоит тратиться или нет. Здесь советовать вливать в первородку девилмонов или нет, это, по-моему, абсолютный бред. Перейдем к следующему персонажу, Камила. Камила также офигенный персонаж, все это знают. Это один из тех персонажей, который, как и к примеру, Рама, как Тревор и немногие. Вот действительно, персонажи, которые могут в соло перевернуть всю игру и так вам накосячить, так вам напортачить. Либо наоборот, если вы являетесь обладателем этого персонажа, выиграть там бой чуть бы не в соло. Да, это действительно зачастую так бывает. Так, я так понимаю... Ой-ой-ой, не то нажал. Вы видите, разница в чем? Здесь персонаж помощь, здесь персонаж здоровье. То есть по здоровью у нее ап идет, конечно же, гораздо больше. Следовательно, Камилу нужно одевать, ну, в хп, это уж точно. Ну, по поводу рун мы пройдем дальше. По поводу скиллов. Первый скилл точно так же работает. И опять же, также активируется, если вы кем-то убиваете вторую вот эту вот штуку, печаль воды. Но здесь немножко другая система. Опять же, первая часть такая же, но там был раскол на персонажа, а здесь замедление скорости на 2 хода. Да, конечно же, раскол более полезен, но если бы у Камилы еще был бы раскол, это была бы вообще имба-имбушечка, и Камила бы выносила бы сама, я не знаю, ну просто мегапаки, скажу так. Ну, Камилу вы знаете, чем можно законтрить, просто выключив ей пассивку, то есть таким персонажем, как, к примеру, Тессарион. Да. Это можно сделать, и Камила превратится просто в кусок, да, вот такого петушка с крылышками. Да, по поводу второго скилла, я не думаю, что здесь много стоит рассказывать, просто дебаф на скорость атаки на 2 хода, да, где-то это будет, конечно же, полезно, это не самый худший дебаф в игре, да и плохих дебафов в игре, наверное, и нету, ну, в своей юзабельности, скажем так. Третий скилл, конечно же, из-за чего и ценится Камила, первая помощь, пассивная, его... На моей памяти один или два раза переделали, но работает он сейчас так. Испытав крит удар, уменьшает урон на 50% и устраняет имеющиеся ослабляющие эффекты. Также восстанавливается на 10% при каждом ходе. Я не буду углубляться в историю, в этот мезозой, динозавров и так далее, как, что, когда работало. Честно, это не нужно делать, так как многие новички этого не поймут. И смысл от всей информации, которую я выдам, будет вот такой вот, приблизительно 0. Поэтому говорим о том, что есть сейчас. Опять же, ее могут еще 10 раз поменять, поэтому говорю то, что на данный момент. Итак, в чем плюс этого скилла и вообще как он работает? К примеру, вы критуете Камилу, да, и наносите ей какой-то там дебаф, станете ее и тому подобное. Она снимет в этот момент после вашего крита, конечно же, кстати, крит будет в 2 раза слабее. К примеру, ваш Люшен ходит и кидает 3 карты, ну, возьмем так, да, целое число, по 10 тысяч, по 10 тысяч. Камилу эти 3 карты ударят ровно по 5 тысяч, то есть половина дамага. То есть какой бы дамаг ни наносился, при крите он режется ровно в 2 раза. Здесь я не думаю, что тяжелая математика, поделить легко на самом деле. После того, как, к примеру, даже походил ваш Люшен, и допустим, он у вас в Деспайре, ну, к примеру, да, и он застанил Камилу, но был хотя бы один крит. Камила с этого стана выйдет, сразу же она снимает. Плюс, и после того, если она походит, то есть она восстановит себе 10% своего максимального здоровья. К примеру, там 30 тысяч у Камилы, хильнется на 3 тысячи. Ну, это понятное дело. Вот, что еще хочу сказать. Виолент, конечно же, с этой пассивкой 100% работает. Ну, что работает с Виолентом? Конечно же, подхил на 10%. То есть, походит 2-3 раза, отхилится там на 20-30%. То есть, это очень полезно. Еще часто задаваемый мне вопрос, работает ли пассивка, то есть, хилится ли Камила при контратаке, если вы оденете Камиле руны контратаки. Нет, не работает. То есть, контратака ей также, по сути дела, бесполезна, разве что у вас очень хорошие руны там, так же, как и, к примеру, вот, ой,
Вечно я не то нажимаю. Так же, как и Ванессе, тоже не особо нужна эта контратака, разве что они у вас уже в очень хороших рунах, и с контратаки вы сможете нанести хороший дамаг. Но опять же, с Камиллой точно такая же история, как и с Ванессе. То есть, если вы захотите с нее получить еще и хорошего ДД, который будет критовать не по 3, по 4 тысячи, а по 10, по 15, то есть здесь уже нужно шаманить с рунами, здесь уже нужно долго играть, и для начала, и по началу этапу игры вы такого, конечно же, не добьетесь. Опять же, не нужно пытаться. Вот, в плане лидерки увеличить шанс крита на арене на 33%. Лидерка тоже полезная, 33%. Это очень такие немалые, это где-то очень даже станет полезным для вас, если у вас нет хорошей лидерки. К примеру, да, если у вас есть лидерка на 19% скорости, и вы уверены, что вы в любом случае обгоните персонажа, лучше уж поставить действительно крит шанс и дать плюс 33% крит шанса каждому из вашего монстра. Даже иногда это саппорту будет более полезно, согласитесь. Но опять же, здесь уже должны решать лично вы и исходить из той пачки, на которую вы нападаете, либо защищаетесь. Вот, что еще хочу сказать по этому персонажу и взять в учет руны. Руны, конечно же, на нее нужно обязательно в лейте одевать Виолент, а второй сет точно такая же история, вот как и я рассказал по поводу... Блин, да что же я клацаю не то, извините. По поводу Ванессы. Не привык я еще к этим кнопкам до конца. По поводу Ванессы. Единственное, Ванессе стараются делать 100 резиста, а вот Камилле можете вообще забить, если честно, на резист. С другой стороны, вы скажете... можно отрезистить там, допустим, какой-то Обливиан Тессариона. Ну, уверяю вас, Обливиан Тессариона и так по дефолту 100%. Да, есть шанс, что он не пройдет, понятное дело, зависит от точности и всего. Но, если против вашей Камиллы берут Тессариона, то 100%, почти всегда в 100% случаях ваша Камилла проиграет. Хотя огонь будет атаковать воду, но Обливиан проходит часто, поверьте моему опыту, Камилла, скорее всего, проиграет. То есть, контра Камилле сейчас найдена. Действительно, раньше, пока не было ифритов, Камилла разносила все и вся, и это был один из сильнейших монстров в дефе. Конечно же, все зависело от рун, но действительно такое было. Я сам на нее редко нападал, потому что, имея даже Валькирию Ветра, она могла выдать 3 крита по Камилле и даже ее не убить, потому что криты были где-то по 9-10 тысяч, а у Камиллы 1040 хп, и все, и она начинает все это дело разносить, убивать мою Хлою, убивать мою там Меган и всех персонажей, которых я юзаю. Вот такие дела, да. Я думаю, это... для многих будет не новость. Поэтому, когда вы видите в дефе одну Камиллу, задумайтесь, а чем же ее убить? Да, у многих Камилл, у большинства Камилл 30 и больше тысяч хп. Конечно же, это правильный вариант. И опять же, говорить о рунах можно долго, сопливить, там, рассказывать и так далее. В плане расстановки слотов 2-4-6. В 2 я бы поставил бы в любом случае, скорее всего, скорость, для того, чтобы она ходила часто. Если у вашей Камиллы вот так вот будет 101 скорость, и она будет ходить раз в полтора года, даже дешевый какой-то Люшен ее в соло забьет. Действительно, в соло забьет, потому что у него и дамаги побольше, чем Камиллы, да, меньше хп, но все равно ее забьет. А вот если у вашей Камиллки будет под 150-170 скорости, это уже хорошая Камилла. Ну и вот 4-6, конечно же, рекомендую поставить хп. А вот когда вы уже перейдете в такую ДДшную Камиллу, когда у вас уже и руны появятся, тогда вам уже ни о чем будет этот гайд, и вы сами поймете, что на нее одевать. Да, персонаж действительно крутой, в плане девилмонов, опять же, нет смысла обсуждать. Начальный сет точно такой же, как и на Ванессу, да, чтобы не задавали вопросы, а ты не сказал там бюджетный сет на Камиллу. Так, перейдем к Ветру, Катерина. Ну, вы знаете, это моя любимица, это на первом месте просто сия игры мой монстр, это первый монстр, которого я эвэкнул на 6 звезд. Блин, вот вроде бы гайд, а рассказываю там чуть бы не всю историю своей игры, потому что я являюсь, да, обладательницей и Катерины, и Ванессы. Катерину, вы знаете, ее можно сгексить, то есть обладателем этого крутейшего персонажа, который может вам всю арену перевернуть в хлам и всяк, потому что когда я ее только скрафтил, я был приблизительно в одном серебре, и выше я очень редко поднимался. А вот когда я ее сделал, и мне попалась Хлоя, этот персонаж дал мне возможность сидеть в одной голде и выше. Но это, естественно, было больше, чем полгода назад. То есть я не говорю, что сейчас. Сейчас у меня есть возможность сидеть и в двух, и в трех рубинах, даже в дефе хорошо себя чувствовать, но я этого не делаю. Почему? Потому что я ленивая жопа, и я не хочу по 6 часов тратить в день на арену. Я лучше потрачу час, получу больше медалей и буду себя спокойнее чувствовать. Да, это пока мой выбор, пока я не прокачаю все здания на 10 уровень. Большинство зданий, то есть какие-то здания я вообще не буду качать, потому что они бредовые, типа там защитные вот эти вот башни и так далее, это полный отстой, и те, кто их качают, удачи вам
в просирании ваших очков. Вот. То есть, поэтому перейдем, конечно же, к Катарине. По скорости, вы видите, при эвейке она получает еще 15 скорости, то есть Катарина, но на самом деле это не столь важно, и знаете, скорость у Катарины не особо решает, потому что решает, конечно же, количество атаки и крит дамаги, сколько в ней стоит, потому что это ДДшный персонаж. На скорость она редко полагается, но все равно это приятный бонус. Хотя на самом деле был бы более приятный бонус, если бы у нее было бы начальным вариантом плюс там 15 хотя бы крита, да, согласитесь, многие со мной согласятся, это было бы круче, но тогда было бы очень много Катарин в атаке, действительно очень много, а так как ей тяжеловато догнать вот эти 70% крита, большинства, даже мне еще тяжело догнать в каком-то рейдже этот крит, так как у меня нет этих рун, поэтому я использую тупой сет, и вы знаете, я его часто юзаю и показываю, но о своих сетах я говорить не буду, я буду лишь говорить о том, какая ваша Катарина должна быть. Итак, перейдем к скиллам. Первый скилл — все то же самое, второй скилл теперь более интересный. Атакует врага и восстанавливает свое здоровье на 30% от нанесенного урона. К примеру, вы, опять же, сочетание этих скиллов я не думаю, что нужно рассказывать. К примеру, первым скиллом вы убили какого-то персонажа и сразу же ходите вторым скиллом без отката второго же скилла по какому-то там третьему, пятому, десятому персонажу. От нанесенного урона вы хилитесь на 30%. На самом деле, Катарина, которая бьет в раскол, хорошая Катарина, она бьет от 20, там чуть бы не до 40 тысяч. Посчитайте, да, на 30 тысяч ударить, отхилиться на 10 тысяч. У вашей Катарины, у большинства Катарин в игре, около 17-20 тысяч хп. Отхилиться больше, чем наполовину. Это пипец, это иногда Катарина может также вытянуть такие бои, что ой-ой-ой. Даже в соло. Ну, я не говорю в соло, начать бой против четверых и выиграть. Но вот когда она остается одна, иногда правильное использование скиллов даст вам победу. Да, что еще хочу сказать по поводу второго скилла. Обретает эффект непобедимости на один ход при гибели врага. То есть, если вы вторым скиллом убиваете какого-то из врага, не обязательно юзать именно второй скилл. То есть, если вы убили, к примеру, первую цель первым скиллом, убили вторую цель вторым скиллом, у вас активируется баф на баф непобедимости. Что даст вам этот баф? Этот баф, вы знаете, дают многие персонажи в игре, типа Нил, это фея света, типа Хлои. Ну, конечно же, Хлоя — это лучшая комба для Катарины. И сейчас еще выпустили такого персонажа, как Квесенбух или что-то такое. Короче, это Гор, он же Хорус воды. Он идеально сочетается с Катариной, потому что дает и баф на атаку, и шанс крит. Да, гайд действительно получится долгим, но о этих монстрах есть что рассказать. Действительно есть что рассказать, потому что я о каждом из этих монстров знаю, ну, абсолютно все. Абсолютно все, и здесь никто мне нового ничего не расскажет об этих монстрах. Я вам расскажу сам, так еще и поведаю всю истинку матушку, да, всех этих персонажей. Действительно, персонажи все крутые, все крутые. Ну, наверное, кроме одного, но мы к ним перейдем чуть позже. Ладно, шучу. Вот. То есть, когда вы получаете вот этот баф непобедимость, вы можете со всей там гордостью и смелостью юзать третий скилл — меч освобождения. Атакует случайных врагов, это немаловажно. То есть, ваши три атаки, кстати, заметьте, нигде в описании не написано, что она швыряет три удара. То есть, три меча она вышвыривает. То есть, три урона, я не знаю, мультиатака это вряд ли можно назвать. То есть, три удара она бьет с этого скилла. Прирост по дамаге я не помню какой там в процентах, но около 700, по-моему, процентов. В сумме около, честно, я не помню, но это не особо важно. Что самое важное, что бьет на рандоме, может, к примеру, вы на ГВ, да, воюете против трех персонажей, вы смотрите мои видео, вы можете ударить три атаки в одного персонажа, две атаки могут полететь в одного, третья атака в третьего персонажа, либо все три атаки по-разному. Короче, здесь абсолютная ахинея и рандом, да, происходит. Иногда она вот все четко сделает, убьет там двоих, троих, а иногда так походит криво, что, блин, аж плакать хочется. Ну, дела такие. Если навык используется в состоянии непобедимости, то проходит сквозь защиту врага. А вот это самая прелесть этого скилла. Потому что в начале вашей игры, когда вы ее, к примеру, захотите получить первой, у вас есть Хлоя, Нил, либо этот Квесенбух, либо какой-то другой персонаж, который дает непобедимость. Этих персонажей на самом деле 6 или 7, по-моему, даже 8 персонажей в игре, которые, ну, не офигеть как хорошо заедут с Катариной, но хотя бы дадут ей возможность юзать третий скилл сразу же, а не в
выжидать того, что вы убьете кого-то вторым скиллом, а аж потом будете иметь возможность походить с третьего скилла. Почему? Потому что Катарина должна начать свой бой с третьего скилла. Да, будут некоторые моменты, когда вы, к примеру, через пирата там, либо кого-то накинете массовые расколы, вы знаете, я так часто делаю. Можно походить вторым скиллом в кого-то одного и стабильно его убить, а не надеяться на то, что походите как-то рандомно третьим скиллом. Но это, опять же, уже дело вашего личного опыта. Об этом персонаже я могу говорить часа два, и очень много информации вы по ней получите полезными. Но, так скажем, эфир не резиновый, да, спонсоры не спят. Вот такие дела. Поэтому что еще хочу добавить по поводу третьего скилла. Бьет сквозь защиту. Что это значит? То есть неважно, какого вы персонажа будете бить. Какого-то там копера медноголового. Либо там часунку, у которой там 1500 защиты. Ну, если она в таких рунах и тому подобное. То есть атака будет проходить сквозь защиту. Игнорировать абсолютно все бафы на защиту. Я не говорю, конечно же, о непобедимости по Хлое. Это понятное дело. Через этот щит урон не пройдет. Это тоже немаловажно. То есть любые бафы на защиту, количество защиты у того монстра, которого вы бьете, просто чистый урон. Да, будет уже зависеть от того, какую вы стихию бьете. По огню вы можете ударить в гланс. Что такое гланс? Это удар не критует, плюс он еще и слабый. Из-за того, что вы знаете, вот, к примеру, ветер бьет по воде со 100... в процентном соотношении 120, приблизительно 120-125. По своей же стихии, то есть по ветру, бьет в 100% уроне. А по огню уже бьет по 80% урону, плюс процентов 50-60 того, что вы будете глансить. То есть не бить так, как может бить по максимуму ваш персонаж. Да. Вот такие дела. Лидерка на самом деле бесполезна, увеличивает стойкость союзников. Я не знаю, какой, извините, нуб вообще юзает эту лидерку, разве что у вас вообще нет никакой лидерки, блин, даже, я не знаю, плюс 19 скорости будет лучше, плюс там 20% защиты, наверное, будет лучше, но, возможно, будут какие-то ситуации, но, блин, лидерка у нее реально, как будто она какой-то саппорт. Но, с другой стороны, дай ей еще какую-то лидерку на скорость, либо на крит шанс, это вообще была имбушечка-имба, поэтому ей действительно дали самую убогую лидерку. Не то чтобы в этой игре, а вообще. Конечно же, многие скажут, вау, так она неплохо заедет на гидре. Нет, народ, Катарина на гидре плохо заедет. Да, хотя и лидерка неплохая. Но опять же, лидерка-то работает только на арене, поэтому весь этот бред, который я сказал, забудьте. Он под наркотиками. По поводу рун. Самое интересное, наверное, и самое ключевое. Бюджетный вариант, и иногда это даже и лейтовый вариант, хотя лейтовый вариант это все-таки Rage плюс Blade, то есть 35% крит дамаги, или сколько он нам дает, 40, да, уже процентов крит дамаги. Да, по-моему, 40% крит дамаги и плюс Blade. Blade 12% шанса крита. Либо бюджетный вариант это Fatal плюс Blade. Fatal 35% атаки, то есть вот атаки, и плюс 12% шанса крита. Зачем это делается? Для того, чтобы разогнать ей максимальное количество атаки, крит шанса и крит урона. Идеальная Катарина это такая Катарина, у которой атаки, ну вот здесь 800, плюс приблизительно 1300-1500, это хорошая такая Катарина, средняя. Хорошая, да, можно больше, можно меньше, это уже дело такое, дело игры рун, если можно так выразить. По крит шансу это 70, если у вас есть опять же бафер такой типа Аквилы, типа Квесенбука, о котором мы говорили, то есть этого Хоруса воды, типа Зика. Зик тоже неплохо заезжает. Зик это Цербер огня, это самый такой бюджетный и дешевый вариант для Катарины, и это, наверное, юзают 8 из 10 человек вообще играющих в эту игру, а играют в эту игру офигеть как много людей. Да, да, действительно. И, кстати, у меня-то уже на канале 2000, чуть бы не 100 подписчиков, да, это тоже приятно. На самом деле, все больше и больше людей обо мне каждый день узнают, и это, блин, это хорошо для меня, конечно же, ну и для всех, кто смотрит мои видео. Так, что еще хочу сказать по поводу рун. По поводу статов. Второй стат, конечно же, атака процент. Четвертый стат это критикал дамага. Шестой стат тоже критикал дамага. Что еще по поводу статов? 70% крита и крит дамага приблизительно 200. Больше, конечно же, хорошо. Нихера! Меньше, хорошо, но нужно стремиться к этому показателю. 150 крит дамаги это, наверное, даже мало. Но опять же, если ваша Катарина критует хотя бы по 1020 третьим скиллом, этого на вашем уровне, назовем так, достаточно. Моя Катарина критует по 23-25 тысяч, и для меня это, конечно же, очень мало. То есть моя Катарина в теории, моей теории, должна уже критовать по 32 тысячи, по 33 тысячи.
стороны. Вот это уже хорошая Катарина при моей раскачке и при моих рунах. Но рун у меня нет таких вот сочетаний такого, чтобы я ее переодел качественно. Но, блин, надеюсь, что я когда-то их получу. Вы знаете, Катарину я очень люблю, и для меня даже печально, что она последние полгода чуть бы не в одних и тех же рунах. И за полгода я не выбил на нее действительно, вот не выбил, да, мне везет где-то там на первородок, еще на что-то там тому подобное, но не везет на руны те, которые бы я одел бы на Катарину. У каждого свой, назову так, рандом, кому-то не везет на первородок, но у него офигенные руны, кому-то наоборот, у кого-то там, не знаю, хорошо там в барабане крутится, и вы не получаете 50 тысяч маны за 5 прокруток барабана и тому подобное. Да, персонаж действительно крутой. Где юзается, это чаще всего, конечно же, арена, атака. В защите Катарина плохо себя показывает, потому что ее легко контрить. С нее просто снять щит вот этот непобедимости, даже если она стоит с Хлоей, и все. Катарина сделать, ну, в большинстве случаев ничего не сможет. Да, Катарину в этом случае убить легко. Да, едем дальше. Свет, Акрома. Этот персонаж, вы знаете, доставляет очень много проблем, особенно на хард-башне. Те, кто проходит, да даже и на обычной версии, когда попадается Акрома вместе, по-моему, с двумя Зайросами. Есть еще такой этаж, где две Акромы, а посередине стоит, по-моему, тоже Зайрос. Я не помню, какое сочетание, но, в общем, этажи с Акромами, они очень проблемные, особенно когда они на харде, и особенно когда это где-то 87 этаж. Да, те, кто проходили этот этаж, во-первых, те скажут, что это читерство, потому что пройти этот этаж действительно для многих очень проблемно, и скажу так, для меня тоже до недавнего момента было проблемно. Почему? Я расскажу это, конечно же, чуть позже. По поводу персонажа. Персонаж, вы видите, вообще защитный, то есть такое разнообразие в семействе персонажей, действительно, это на самом деле даже прикольно. Лидерку, ладно, позже. Первый скилл, ну, понятное дело, также активирует. Второй скилл. Второй скилл замедляет откатную степень здоровья врага. Ага, то есть, ну, вы видите, второе описание подобно, но единственное, другой дебаф, вот, то есть второй скилл можно сравнить даже со скиллом огня и воды этого же семейства. Единственное, замедляет откат навыков на 2 хода. Вот, в чем плюс, конечно же, этого скилла, то есть вы можете этим скиллом вырубить какую-то там часунку до любого персонажа и не дать возможность ему юзать скиллы 2 хода. Это вешается такая дебаф типа бабочки, как я его называю. Да, этот дебаф есть у многих персонажей, но вот у Акромы также присутствует. Очень иногда полезный этот дебаф, не всегда, скажу так, но в атаке, наверное, будет более полезен, так как не даст возможность там юзануть какой-то скилл, к примеру, там какой-то часунки, Хлои и персонажу, которого бы вы хотели бы просто на самом деле выключить. Даже это является прямой контроль такому персонажу, как Теомарсу. Вы накинули второй скилл, если прошел дебаф, да, Теомарсу, я правильно сказал, синему Ифриту, то есть он не сможет свой щит вот этот бафнуть с третьего скилла с пассивки, следовательно, вы сможете ваншотнуть, да, Теомарса. Вот, и самое главное, щит бога, пассивный скилл, пассивка действительно уникальная, нет вот подобной пассивки, чтоб вот полностью вот так же работала ни у кого в этой игре. Ну и этим, конечно же, уникальная Акрома. Плюс ей, по-моему, я не помню, раньше было это или нет, добавляли ей или нет, но, по-моему, ей все-таки второе описание этой пассивки добавили. И сейчас скажу, что создает святой щит, дарующий иммунитет ко всем ослабляющим эффектам и уменьшает шансы союзника испытать крит удар на 15%. Честно, я вот не помню, полгода назад было ли вот это вот дополнение на испытать крит удар, шанс 15%. То есть резист дается всему пати на 15% защиты от крита, следовательно, в чем проблема иногда с этажом Акромы. То есть вы, когда берете такого персонажа типа Ведро, типа Ахмана, он не всегда будет критовать, не всегда будет Ахман подхиливать, потому что он не критует. То есть поначалу, знаете, я даже пенился где-то в этом смысле, я не понимал, почему. Ну да, я знал, что у Акромы резист ко всем дебафам в этой игре. И к этому мы еще вернемся. Но я не понимал, почему я не критую. Оказывается, я просто не дочитывал ее пассивку. Поэтому я же говорю, я не помню раньше, было ли вот это вот дополнение, либо нет. Если не было, то да, Акрому, скажу так, немножко апнули. Но поговорим о первой части. Действительно, ко всем ослабляющим эффектам. И извините, такие додики, которые мне советовали, возьми против Акромы Хву,
Вучи, у тебя же есть Верат. Возьми Верада, и он будет Атакбар сливать Акроме. Народ, я бы вас послал бы, да, если бы помнил, кто бы мне это писал. Но спасибо вам за совет. Нифига на Акрому не работает. Не проходят станы, не проходят доты, не работает замедление. Ничего, абсолютно. Не сливается Атакбар. Вообще просто чистый белый урон по Акроме проходит. А так как вы знаете, если вот, к примеру, взять хард башни 87, там у Акромы приблизительно 70 тысяч хп, а вы ее бьете по 500, по 1000, то есть вы понимаете, насколько задерживается этот бой. Очень долго. Я проходил, допустим, в прошлом месяце 87 этаж где-то минут 25, наверное, если не больше. И то активно клацая, да, и не на автобое. На автобое тяжеловато, знаете, как-то. Вот. Но скажу так, в целом о персонаже. Кстати, перейдем к лидерке, увеличит здоровье союзников на арене. Ну, если у вас нет лидерки на скорости, к примеру, у вас есть Верамос, но вы хотите лидерку еще лучше, допустим, вот неплохо юзануть Акрому. Скажу так, о персонаже. Персонажа законтрить невозможно. Кстати, да, что еще скажу о Тессарионе. Тессарион не блокирует эту пассивку. Тессарион также не является контрой Акроме. Да, он не может заблокировать ее пассивку. Так что облом, да, Тессарион также не является контрой Акроме. То есть Акрому никак нельзя задебафать. Ее можно убить, в общем, чистым уроном. Но скажу так, когда на арене она попадается против меня, я даже радуюсь. Честно, я, конечно же, беру всяких там люшенов, валькирий, потому что большинство Акром одеты в ХП и в резист. То есть дамаги, ой, в резист, резист ей нафиг не нужен. То есть ХП, либо в дамажную Акрому. Если одета дамажная Акрома, я ее не боюсь вообще. ХПшная, да, может доставить немножко проблем, так как часто Акром еще и одевают вампирик. Да, вот здесь вот это действительно будет неплохим вариантом в такой жирный вампирик. Вот, допустим, как у меня одет на моем раме. Вот такой вампирик был бы действительно неплохо смотрибелен на Акроме. Это действительно вариант. Но все-таки Акрому очень легко законтрить, назовем так, чистым уроном. То есть какой-то там рамой, если убьет, ну, походит третьим скиллом, убьет Акрому там каким-то люшеном. И в Валькирии той же Ветра, если она там 1-2 раза кританет Акрому. То есть очень легко. Но если вы выступите против Акромы пачкой там дебаферов каких-то и таких скоростной пачкой, в которой нет сильного дамага, вы, скорее всего, Акроме проиграете. Но честно, это единственный персонаж из всего этого семейства, которого я не хотел бы видеть в своем пати, потому что на нее нужны очень супер, мега, уберские руны для того, чтобы Акрому можно было юзать что в защите, что в атаке. Это действительно так, потому что вы ее можете, конечно, брать в контру такому персонажу, типа там Джултана, там Верамосу, который будет бить эту Акрому и ничего ей делать не будет. Джултан вообще, знаете, будет ее царапать там по 1000, по 2 может, ну, такое дело. Вот такие дела. Поэтому Акрому действительно я бы не хотел видеть в своих рядах. Я не говорю, что она корм. Нет, не говорю, конечно же. И не нужно же смотреть на хард башни, где Акрома убивает всех. Она бьет там по 10, по 20 тысяч, ее нельзя ничем пробить, типа там дебафов, и все, Акрома значит имба-имбушечка. Нет, на самом деле это не так, я расписал ее плюсы и минусы. И те, кто слушал, либо прослушал, прослушайте еще раз, да, перемотайте. Акрома, скажу так, персонаж очень требователен, чтобы иметь свой абсолютный вот весомый плюс в пати. Поэтому, ну, обладатели, те, кому она появилась на уровне 20, ну, я не то чтобы вам сочувствую, она вам полезности сильной не выдаст, серьезно. Даже, к примеру, какой-то там другой танк, даже Арнольд, если вам выпадет в этот момент, он выдаст вам больше пользы, серьезно. Да, я, конечно же, сравниваю разных персонажей, но все-таки Акрома очень требовательна к рунам, чтобы показывать свой хороший класс. И по поводу рун, что говорить, действительно, это можно одеть либо Виолент ей, либо Вампирик. Я ставлю все-таки больше на Вампирик, потому что Вампирик зачастую используется очень редким количеством монстров, типа там Рамы, Тревора, там еще каких-то монстров. Поэтому на Акрому, знаете, и у многих персонажей иногда может заваляться очень хороший вампирик. И тогда она может показать свой класс. То есть ее нельзя никак там задебафать, ей нельзя там откатить скиллы и тому подобное. Ей нельзя крест накинуть. То есть она себе хилится, бьет там по своих 5000, к примеру, урона и
получает стабильно свой отхил. Плюс ее можно одеть даже в защиту, то есть второй, четвертый слот, ей можно как одеть. Я все-таки бы одел бы ее на скорость, если вы во второй слот на скорость, если вы будете использовать тем более вампирик, 100% ей нужна скорость, потому что вот такая вот валькирия со 116 скорости, это будет, ну, акрома точнее, акрома будет очень печальная. Чем чаще будет ходить, тем чаще будет отхиливаться. Второй сет я бы поставил Немезис. Да, вот Немезис плюс вампирик, вот такой вот сет, как у меня стоит на раме. Те, кто смотрит мои видео, те знают, о чем я говорю. То есть для нее будет тоже шикарен. Она будет терять количество хп, быстрее ходить, опять же отхиливаться. Опять потеряла какое-то количество хп, опять быстрее походила, опять же отхилилась. То есть вы понимаете, можно устроить какую-то канительку. Но опять же, при очень хороших рунах, а не каком-то там вампирике трехзвездочном. Из-за того, что вы услышали в моем гайде слово вампирик и Немезис, все, пошел одевать трехзвездочный вампирик на акрому. Нет, это будет бредом. Итак, персонаж хороший, все-таки. Перейдем к Тринити. Да, вот персонаж, о котором я говорил. В плане второго тоже лидерка. Ну, мы ее рассмотрели с самого начала. По статам, скажу так, не самые лучшие статы, но по здоровью неплохо. И все-таки, если бы персонаж был бы атакующим, это было бы вообще бомба. Почему? Потому что есть прикольный третий скилл. Перейдем к скиллам. Первый скилл, ну, понятное дело, активирует второй. Второй скилл восстанавливает также, вот вы видите. И получает, то есть второй скилл работает точно так же, как и у Катерины, то есть у Валькирии Ветра. То есть тоже отхиливается, плюс получает иммунитет на один ход при гибели. Но там для Валькирии он еще решабельный для третьего скилла, а здесь просто приятный бонус, так скажем, вас не пробьют. Третий скилл. Гибель богов. Те, кто видел анимацию скилла, она реально, ну, она очень, знаете, с кем похожа эта анимация вот этого скилла с пионером ветра. Действительно схожая анимация, потому что тоже вот эти вот молнии сверху. Очень схожая анимация, да, другой цвет, немножко там разница, но да, наверное, разработчики немножко пожалели фломастеров, да, картинок и всего остального. Ладно, пиксельков, но могли бы чуть-чуть что-то поменять. Ладно, гибель богов. В финальном бою союзники и враги теряют 15% своего здоровья. Противники получают дополнительный урон. Скажу так, иногда этот скилл, если в неправильных руках, он может для вас сыграть злую шутку, потому что вы для всех делаете минус 15% здоровья, что у ваших союзников, также у вашей Тринити, также у всех врагов. С одной стороны, это уравнивает ваши шансы на победу, если вы уверены в ней, то есть даже ускоряет где-то бой. То есть всем вы, грубо говоря, накинули сразу по 3 дота, и они сразу сработали. Ну, я не знаю, как это бы еще сравнить. Плюс, после этого она наносит еще массовый дополнительный урон. Скажу так, я видел многих Тринити, ну, те, у кого они есть, конечно же, через такого пирата, к примеру, такой пати, как, ну, давайте возьмем Бернарда. В лидеры поставим, можно даже саму Тринити, чтобы стабильно походить первым. Ставим в лидеры Тринити. Дальше берем Бернарда, который бафает на скорость, дает еще больше скорости для Тринити. Потом после этого ходит, к примеру, пират воды. И Тринити просто третьим скиллом аннигилирует всю, нахрен, извините, пати. Да, это я видел, это вы можете посмотреть в роликах на ютубе. Не поленитесь, пожалуйста, если вы хотите это увидеть, а не оставлять комментарии типа «скинь ссылку». Господи, как меня бесят такие комментарии. Да, спасибо. Вот, то есть действительно скилл действительно, да, вот, скилл очень-очень крутой и наносит немало дамаги, уверяю вас. Классно работает. Также эта Тринити встречается в башне, не помню на каком этаже, но встречается. Там она стоит, там эти три Тринити стоят, насколько я помню, и две ведьмы света, насколько я помню. И либо наоборот, три ведьмы света и две Тринити. Нет, по-моему, все-таки три Тринити. Опять же, это не важно. Но там она вам может рассказать, насколько сильно она бьет. И иногда, да, по жопке может выдать. Да, неплохо все-таки. Но скажу так, персонаж, да, это тот персонаж, от которого я также бы не отказался. Не отказался бы, но это не сверх моих желаний. Скажу так, уйма массовых ДД, которые, наверное, будут даже полезнее этой Тринити. Но за счет того, что вы можете сэкономить на лидерке, еще и на массовом дамаге, хорошем массовом дамаге, и все это в одном персонаже, вот этим, наверное, она и хороша. Но все-таки минус, знаете, в чем? То, что это персонаж не атакующий, то есть ей разогнать максимальное количество атаки тяжело. Да, но по рунам ей одевать нужно то же самое, что я и сказал о Валькирии Ветра.
То есть здесь никаких разниц, то есть такой же Rage, либо такой же Fatal плюс Blade. Как можно больше атаки и крит дамаги, да. То есть здесь рецепт прост. По там статам я также не буду пробегаться. То, что я рассказал о Катарине, точно так же все работает на Тринити. Да, думаю, гайд вам был интересен. Надеюсь, что был интересен, потому что гайд был долгим. И на самом деле я аж как душу отвел. Гайд для меня был долгожданным, и я очень ждал того, что выпадет вот на моего любимого персонажа. Я поговорю о нем много, поговорю качественно и расскажу все и о каждом из этих персонажей. Действительно, я знаю абсолютно любые мелочи о каждом из этих персонажей. И ничего, вот действительно, абсолютно ничего мне нового в данный момент не откроют, разве что конкретные действительно баги, которые вот пофиксятся вот через 3, 2, 1, как в доте выражаются в комментариях. Да, поэтому, если что вы недопоняли, вы можете всегда обратиться ко мне в комментарии, и либо что вы там, к примеру, заметили, я могу это рассмотреть и, возможно, даже добавить в какие-то фишки, либо добавить в каком-то там комментарии к этому видео, либо рассказать об этом, ну, допустим, в стриме, почему бы нет. Да, еще раз спасибо тем, кто смотрел это видео. Опять же, надеюсь, это видео вам было чем-то полезно. Ставьте лайки, если оно вам понравилось, хотя я очень надеюсь на то, что оно вам понравилось. Да, так как я все-таки вкладываю свою душу, время в эти видео. Поэтому подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзья, добавляйтесь в группу, которая также есть в описании. Все ссылки, не поленитесь, спустите, да, свою голову, посмотрите вниз, там есть все ссылки. То есть видео поднимите, опустите. Кстати, есть очень хорошая кнопочка, она вот таким вот колесиком возле слова подписаться, либо отписаться, но не нажимайте, да, ее. Есть такое вот колесико, да, такая вот шестереночка. Нажмите на нее, и для многих это будет открытие. Там вы сможете поставить галочку. Ваш аккаунт не взломают, не волнуйтесь, ничего такого. Что дает эта галочка? Галочка, ну там вы можете прочесть просто описание. Это пуш-уведомление. Пуш-уведомление, что такое? То есть вам на телефон, на планшет, вообще на то, с чего вы смотрите меня. В браузере оно не будет приходить, это уведомление, понятное дело. То есть на мобильных устройствах, скажем так. На ваших девайсах будет приходить уведомление. То есть через шторку вашу на андроиде, я не знаю, просто на iOS приходит или нет, честно. Не знаю, я не пользовался никогда. Вот, вам будет приходить уведомление о том, что я выложил там какое-то новое видео у себя на канале. Это действительно полезно, это приятно, и это даст вам некую дополнительную информацию. Вы всегда будете, самое главное, в курсе всех новинок моих видео, а не ожидать их там и просто не обновлять там YouTube канал моторошно раз в день или, возможно, чаще. Да. Еще раз напомню о том, что я являюсь гарантом в этой игре, то есть многие сделки я уже провел на разные суммы, то есть если вы хотите купить, продать, обменяться аккаунтом, обращайтесь, конечно же, помогу вам. Отзывов обо мне уже очень много, ну, надеюсь, ни одного плохого. Это не из-за того, что я удаляю, а из-за того, чтобы если был действительно хоть один плохой отзыв, я бы уже удалил бы YouTube канал и, наверное, еще и страницу ВКонтакте бы поменял, хотя пришлось бы назваться каким-то типа, как я люблю выражаться, хотя и подписчик у меня есть такой, Вася Пупкин. Да, стал бы каким-то Васькой Жаркиным. Или я бы себе взял бы, знаете, какое имя? Горацио Помактитькис. Звучит, да? Можно было бы в Грецию переехать. Ладно, немножко бреда от Аракиса. И еще раз всем спасибо за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзья, смотрите мои стримы. Стрим, кстати, у меня будет в воскресенье, да, так как сегодня суббота. Завтра у меня будет стрим. Будет розыгрыш одного, либо даже двух аккаунтов. Я посмотрю, да, там как. Потому что аккаунтов подогнали мне немало, но я не хочу их разыграть в один день. Будет розыгрыш обязательно аккаунта. Будет много общения с вами. То есть в воскресенье жду вас в 20:00 по Москве, в 20:00 по Киеву. То есть ориентируйтесь по этому времени. И до встречи, до новых встреч. Пока-пока, качайте правильных монстров и одевайте их также.